Всем привет. 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 Так, выходим мы на двух линкорах и на крейсере. Я думаю, крейсер нас прикроет. Ну да, надо обязательно прокачаться. Да, и попытаемся прокачать Каролину. Ты что-то там уже поставил себе какое-то что-то на нее или так? Нет еще. У меня был только один бой. Хоть якорь там какой-то. Покрасил. Модернизированный. Не, ну здесь, конечно, я в самом низу, получается, со своим Сент-Луисом. Тут вот... Посерьезнее? Ну, все равно, Сент-Луис, да. Какой бы ни был, там очень много пушек, и он довольно такой... Ну, давайте, держимся кучкой, а там... Угу. Будем надеяться, что... Могучей кучкой. Не как в прошлый раз, там. Что, Сашу никто не затопит? Сейчас посмотрим. Хотелось бы поиграть, да, Саня, а не посмотреть. Ну да. Что-то я все равно долго гружусь. Так что вы мне там рассказываете, если что-то видите. Пока нормально все. Пока Сашу не затопили. Пока Саша живет. Так, ну что, куда? Ну это понял, влево идем, да? Да. По первой линии, по второй? Обходить будем. Да-да-да. План капкан. Можно по третьей линии идти вверх. Давайте, я к вам, потому что все-таки... Ну ты догонишь нас, пока мы... Я немножко шустрее, да. Конечно. Ну и там ругаются. Я бы этого... Кто придумал вот эту штуку, которая... Жаргон морской? Да, вот это... Жмет на кнопки, оно потом матерится. Я бы его бы... Самого бы. Ага, у них, оказывается, линкоры 4 уровня. Угу. Да. Ну, Миёги этот дальноствольный, дальнобойный. Блин, ну да, вот несправедливо. Получается, вас забалансило против Вайомингов. Ну, Вайоминги, и, да. И Кавачи тоже против Вайомингов. Тут бред. Тут. Ну ладно, что же. Тут тоже баланс клёвый, да? Вы там ладно. Только совсем по краю карты не плавайте, а тут, блин. Да идем сейчас острова плывем и туда подходим. И бой закончится. Пока вы будете острова. Тут как раз все кодло, смотри. Они тут все крутятся. Ну, наверное, поняли, куда надо. Кого надо держаться, кто тут самый. Да, конечно. Кто тут самый мощный. Вот никто не пошел, получается, по джей. По J-линии, да. И вот авианосец там уже кипишует. Да, по да, этому поводу. Вижу. Пускай кипишует в другом месте. Нет, ну серьезно, там как-то... Так мы сейчас пойдем. Не, мы туда не пойдем. Мы как раз идем вверх. Ну а что нам? Вниз желательно... Не, ну видишь, внизу батарея. Авианосец, он уже кипишует, реально. Так он переплыть что не может у него? Там весла сломались или что? Галера. Просто они сейчас обойдут снизу. Пускай. Базу тут захватывает. Один эсминец, который... Саша, я не понимаю, что ты кипишь. Мне ничего, я смогу пойти покурить, пока я доплыву. Ну, кстати, да. Чайку себе сделаем. Пускай этот авианосец включает педали, или он что, в танках на арте играет, или что? Кнопка W сломалась на клавиатуре. А сколько у вас дальность выстрела, я не помню. У меня 11 там с хвостом. У меня же уже этот второй этот прицел. 10 и 2. Угу. У меня 11. Силы противника на горизонте. Ага. Вот у нас и Феникс появился. Трассеры. Ну там бомберы появились, вот это плохо. Потому что в этой штуке еще нет никакого зенитного вооружения. А что, там нет ПВО? У меня есть. Есть какая-то дрынка. Оно, конечно, такое символическое, но все равно. Ну да, бомберы летают вдвое. О, сейчас авианосец немножко перехватит их истребителями. Будем надеяться, что не хотелось бы получить сейчас какую-то ерунду. А, там мама получает. Help SOS. Это за нами. Ну, дело в том, что у них хотя бы есть... Так, смотрите, справа торпедоносцы идут. Видите? Да. Так что... Это надо хотя бы так, чтобы не всех одним залпом завалили. Не, ну мы сейчас кучку найдем. Сейчас посмотрим, где они сбросят. Ага. Давай же ждем уже на Феникса этого. Они сбросили на Тенрю, и сейчас меня зацепит одна. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты.
Ну, одну я поймал, да. Тут ничего не сделать. Я-а-а! Прямо... В шнобель. Да, прямо в шнобель. Я вовремя отвернул. То бы сейчас тоже помог. Да блин, по мне уже стреляют, а я никого не достаю. Ну как так? Выворачивай. Где ну, справедливость? Потому что у них... Ага. О, да. Что-то здесь куча у нас мала. Так, короче, я... Да. Я пошел, да? Я пошел на них. А что делать? Да. Вторые торпедоносцы там где-то подкрадываются. Если мы так будем вдоль карты идти, так это закончится тем, что нас просто посносят издали и все. Надо хотя бы под какой-то островок поджаться. По мне уже кто-то кинул. Я вот сюда пойду. Хорошо, что не добросил. Я вижу. На Б3, да. Так. Я понимаю, что ты нуждаешься, но... У меня 10 километров. Попросил у больного, так сказать, здоровья. Ага. Он по мне, я так понимаю, Феникс уже кидает, а я даже и близко. Хорошо, хоть не пробивает. Блин, это, конечно, мы попали. Отлично такое. Ну что, нормально. Ну, мы как мишени в кире, знаешь, плаваем, давайте. Стреляйте по нам. Да, повезло. Значит, быстрая вот эта штука. Нет, ну отлично, да. Все. Вот меня уже зафокусили и все. Да. Сейчас еще, если бомбер по мне стреляется, это будет. Неполадки устранены. Да черт, да я в горке пока он расстрелял, нормально. Вообще удивительно, что он еще там. О, да. Да я уже поиграл. Нашли тут самого маленького, да, и расстреливают. Бессовестные. А какая им разница, кого расстреливать? Вот Вайоминг сейчас меня тоже. Угу. Не достаю пока. Еще 300 метров мне до него. Так, что-то по Вайомингу я уже могу кидать. О, а я что? Авик нашел. Горит? Так я нашел авианосец. Так, ну может сейчас еще. Вот я сейчас и на него переключиться пытаюсь, может хоть подожгу. Сейчас я тоже попытаюсь на него переложить. Хоть может что-то полезное сделаем. Ну да. Не успею. Ладно. Ой, попал, как хорошо. О, в цитадельку, да? Меня, правда, тоже вон врезали. Но я хоть, может авианосца. Мне рули выбили. Так, по Вайомингу ББшками? Да, конечно. Конечно. Хотя ты попробуй, если вдруг будешь вообще не пробивать, то тогда, конечно. Ой, горит петушара. Да? Не, ну я уже его не отпущу, если меня сейчас никто не завалит, конечно. А, есть. Все-таки я хоть что-то сделал полезное. Так, сейчас по крейсеру. О. Мы тут Вайоминг пытаемся. Получи, гад. Вайоминг? Да. А вот это что слева, там Феникс вверху ходит. А он по мне торпеды кинул.
Но они, похоже, не дошли. Сейчас будем разворачиваться. Отведал. Прекрасно. Ну что, чувак? Мы забрали Вайоминг. Красавцы! Давайте этого крейсера поцелуем. Вот этот Феникс. Феникса? Да, надо забирать. Да, мне, блин... Мне ему не сподручно по нему стрелять, потому что он за островом. Че, он опять что, какие-то торпеды запустил? Да, я все в остров. Ну, я думаю, что недолго ему осталось. Увернулся. Ничего, мне же еще сзади какие-то. У меня что-то FPS какой-то такой. Сейчас я из-за острова. Одна попала. Я думаю, союзники, поддержите огнем по указанной цели. Что-то этот фейлит так, Феникс. Ну я думаю, что ему. Да ладно, у него просто торпеда не сильно дальнобойная. Ой, хорошо попало. Это ты его снял? Ну, молодец. Так. Ну что? Ну что, надо дальше что-то делать? Что, нам сейчас базе? С тобой не столкнуться? И тогда все будет хорошо. Поворачиваю. Седьмая. Да-да-да. Вижу, как вы на карте крутитесь вдвоем. Хороводы водим. Что там такое? Я бы, конечно, еще был второго авика поискал. Ну да. Если бы тебе узлов 10 накинули скорости. Ну, наверное, вниз туда за ихними пошел. Барбосами. Не знаю. О, как наш линкор получает. А я не достаю. Вайоминг? Далеко очень. Угу. Че, базу будем брать? А вон летают его барбосы. Будем брать. Это лучше, чем ничего. Ну, хоть напугаем, чувак. Там все равно отстреливаются наши. Жаль, что тот авианосец за нами не пошел наш. То есть было бы у него прикрытие, что там на него два линкора и... Ничего, там бомберы летают. Да, кстати, очень опасно. Я раз преследовал на авианосец на крейсере. Он тупо меня своими бомбардировщиками забодал. Тебе, наверное, просто не повезло его поджигать. Так я его еще не видел, то есть я знаю, где он, иду в том направлении, виду, и волна за волной находят. Я понял, я думал, что ты его видел. Я даже не доплыл до него, понимаешь, в чем дело? Запрашиваю огневую поддержку. В другой раз. Хорошо. Внимание, нужна помощь. Не, ну Мидзура там скерится на нашей базе. Я подойду. На махе. Так, я смотрю, что я пока буду плыть по базе, то она возьмется. Ну, не самый худший вариант. Совсем. О, я тоже достаю сейчас до Вайоминга. Так, там вот еще один есть Вайоминг. Есть, что-то я ему выбил зенитку, кажись. Кого? Союзники, передаю координаты важной цели. Прекрасно. Че, главное не выплыть из кольца? А я, ну да, по-моему, оно прекращается заканчивается, да. Троллить хоть будем, пускай боятся. Ну да, пока он занимается нами, он не занимается более сильными. А зато мы по нему за... О, 3,5 косаря. Зашло пацану. Он, конечно, такой красивый, полосатый есть. Ну чё? Базу захватили, самые молодцы. Самые слабые, Вайомингов много. Ну ты же видишь как. А мы тут вообще на GB. По-отцовски. Ну все, спасибо всем.
Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.